26 человек арестованы в Испании из-за выращивания тропических фруктов с незаконным использованием скважин. Всего власти обнаружили более 250 самодельных колодцев и прудов в Андалусии. Общий ущерб от них оценивается более чем в 10 миллионов евро. Арестованным выдвигают обвинения в преступлениях против природных ресурсов и окружающей среды. Напомню, Испания сейчас переживает одну из самых сильных засух в своей истории.